Снижение уровня бедности – одна из целей национальных проектов социальной направленности. В Чувашии этот показатель к 2030 году должен составить 9% вместо нынешних 18,4%. Один из действенных методов достижения такого результата – заключение социальных контрактов. По данным Минтруда Чувашии, их подписано почти 5 тысяч на общую сумму 351 миллион рублей. Уже год республика участвует в пилотном проекте. Социальные контракты заключены с гражданами, имеющими доходы ниже прожиточного минимума. В проекте на выбор 12 целевых направлений. Среди них обычный поиск работы, получение дополнительного профессионального образования, открытие собственного дела и другие. Наработанную в ходе эксперимента практику отметили в Минтруде России в Совете Федерации. С 2021 года все регионы России приступают к реализации этого механизма социального контракта. Соответствующий проект правил финансирования мероприятий уже внесен на рассмотрение правительства Российской Федерации. И эти правила учитывают в том числе и наши наработки и предложения, в которых, безусловно, также обратили внимание на синхронизацию мероприятий органов исполнительной власти нашей республики, а также предоставление выплат только по факту трудоустройства и поддержка личных подсобных хозяйств как самозанятых и ряд других. В планах Минтруда Чувашии к 2030 году увеличить долю социальных контрактов граждан с 13% до 34%. Социальный контракт на самом деле является одним из действенных инструментов обеспечения, с одной стороны, адресной поддержки конкретным людям, с другой стороны, возможности пролонгации форм поддержки через их реализацию как форм поддержки малого и среднего бизнеса. То есть через социальный контракт мы человеку даем не просто доходы, а удочку для получения доходов. А дальше уже помогаем ему очень хорошо управлять своей удочкой через различные инструменты поддержки. Мы формируем класс людей, самодостаточных, способных генерировать услуги и продукты, а за счет этого уже получать доходы на себя и членов семьи. С 2021 года механизм получит федеральное софинансирование во всех субъектах Федерации. На эти цели будет выделено более 26 миллиардов рублей. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.